Привет! Третий день празднования моего дня рождения, и мы опять ходим. Ходим по сити-центру. Сейчас что-нибудь посмотрим. И кажется, в Иль-де-Батте макияж от Dior. Сейчас зайдем, посмотрим. Тут всякое. Ага. Тут что-то поезд. Нет, это автобус и еще что-то, да? А, лондонский автобус и сани полные сани. Игрушек. Подарков. Ой, а вот сова какая-то. Ну, правда, в Китае модель сделана. Да, ну красивая. И смотри, вот. Ароматный трюфель. Вот что-то здесь еще. Тут уже елочка. Версач. Чуть мужику не крикнула. Иваныч, иди сюда. Все такое красивое, что ужас. Я удивляюсь, какие здесь огромные, большие туалеты, чистые. И мыло есть, и все, что надо. И суперзеркало, я просто его вожу. И Эйфелева башня по курсу. Это для детей. Какое классное платье, правда? А что тут еще? О, что-то висит такое красивое. О, платье, надо посмотреть на корпоратив. Ну что, это стало у нас. Это, кстати, больше. Ну что, мы вернулись к Стелле Маккартни, а теперь Новый год! Такие вот шары. Летуаль, толпень. И в общем... А теперь у самого входа пришла пора кроликов. Спрашивай, нет. Смотрите, какой этот большой кролик. Ой, большой какой. Вообще, вот кролики. Ну-ка. Аквариум. И вот черепаха. Ну, в общем, пойдем мы дальше. Где с Новым годом написано? Можно, да. И вот эти красные. Ну, возьми. Это вот конфеты ему.
такие, что... Сормовские. Что? Ой, смотри, какие. Что тут? Смотри, белые какие-то конфеты. С трюфелем, что ли? А вот такую, а сколько она стоит? С арахисом. Цены нет, но вот такие конфеты. Pfizer, а ну-ка, что это? Next. 151 рублей еще. Ну-ка, вот такие возьмите. Мам. 160 рублей с алкоголем, коктейлями. 150. Вот такую взять. Да. Там мне. И Рафаэла, смотри, сколько. 120 рублей. В общем, тут полно всего. И вот конфеты такие. Коркунов для коктейлей молочных. Вишня с ликером. Печенье. О! Маскированный бельгийский шоколад. Ну, может быть, да. В общем... Шариком. Смотри. Пластик вообще, да. Пластиковых россыпь шариков. Какой? Шарик. Что там? Слово. Конечно. Снегурочка. Вика, Кристина! Вика, Кристина!